Итак, всем привет, с вами Геоморф, и сегодня катка за траху, снова траха, я не знаю, она походу меня преследует, вот, и поэтому приходится мне отделываться тем, что все-таки играть за нее, и это причем траха, которая мне выпала рандомно, и опять же таки по голоду, да, вот, поэтому в принципе... Я скажу так, что игроки, которые, опять же таки, за меня играли и сейчас играют, они русские. Не то, чтобы я тут говорю о том, что я не люблю русских или ненавижу, но, как говорится, на рейтинговых играх скилл у них намного меньше и ниже, точнее. И, опять же таки, на какую-то победу рассчитывать не придется особо. Я, конечно, всегда рассчитываю на победу, и я стремлюсь к тому, чтобы максимально эффективно себя показать в игре, но посмотрим, что оно будет, в принципе, и как оно будет. Тут мне одно время Рики выпадал, сейчас Траха выпадает. Раз рандомно выпало, второй раз рандомно. Может, какой-то сигнал или что? Ну, что дальше? Что дальше? Что дальше? Каждый сам за себя. Не, ну каждый сам за себя не будет у нас такого здесь, но скажу так, что траха мне выпала по счету, я вторым пикал. Вот поэтому тут у нас уже пикали уже осознанно, и в принципе пик у нас вроде как и неплохой. Вот, и поэтому я тоже буду фармиться, что я буду их коцать, я не буду их коцать, я буду фармиться, потому что мне необходим фарм. Вот, хотя бы чтобы что-то сделать в этой игре. Но опять же таки, герои дальнего боя, противники у нас очень сильны, у одного из них стан, а у другого тоже стан, ну связка. Ну, то есть, ну, связка у них, в итоге, связка у них неплохая, скажем так. Стягивание вот это у ВР-ки. Ну, в общем, попотеть нам придется на лайне, вплоть до того, что будет пудж гангать уже первыми. Как это было опасно. Это было почти ФБ. Если бы у Сларка не было МП, это было бы точно ФБ. Или был бы, если бы Сларк глупый. Так, ну, противников мы видим то, что там катку кто может затащить, это СК, точнее, Riot King. И пропушить максимально эффективен будет у них фура. Так как будет пушить. Вот, от этого никто не застрахован, поэтому фуру пикает, чтобы пропушивать, чтобы игра в фазе того, чтобы разрушить башни там и как-то... Как-то вот было время у них пофармиться, например, Брайт Кингу по этому счету, вот они как бы выигрывают. И они выигрывают, потому что у них вот Мирана еще инвиз дает, как бы эскейп у них будет. Ну, то есть у них в целом команда неплохая. Ну, посмотрим, что будет. Какие-то прогнозы делать еще рано. Аквилу включать и пропушить линии тоже рано. Неправильно. Поэтому. Так, ну я качну сало, потому что тут, конечно, действительно тяжелая ситуация. Вот. Качну раз. Потому что действительно могут и связку применить, и застанет, и все что угодно. Поэтому сало, оно. Что оно там, это самое, я забыл это слово. Отбрасывает. Вот, и несколько секунд это длится, отбрасывание. Ой, каких секунд? Миллисекунд, полторы где-то. Полсекунды, да, длится вот это отбрасывание. Вот, ну то есть оно нам поможет. И мало того, дает сало, естественно, дает сало. Вот, вот так вот, что подбросить, как бы. Но это не особо поможет, потому что, вот, как бы, если с целью той, что... Сало, мол, спасет мне жизни, ну, это, ну, как бы навряд ли, потому что если мы будем лезть, то оно не спасет жизнь. Это как
в плане обороны сало нам пойдет. В плане там ганга какого-то, может, я не знаю, что там будет. Тут пуч, пуч не написал СС, а сейчас никто не знает, что он будет. Так, на миде, собственно, фура стоит как-то, вот нежданчик, потому что он бы лес пошел бы, и он бы нафармился, и более лучше мобильные они смотрелись, потому что фура нафармится в лесу. Вот. Ну, то есть у них был бы там неплохой прирост. Он бы там экспу заработал. Ну, посмотрим, посмотрим. Эффективнее, да, естественно, лесной герой эффективно в лесу. Это не обсуждается. Вот Сларк куда-то лезет, я ж, наверное, за него не вручаюсь, потому что я тут занимаюсь фармом. И он у меня получается довольно-таки плохо. Потому что я рак. Вот. Надо как-то учиться донаить. Не, с этим у меня все было нормально. Но вообще сейчас просто вот эти часы, которых не хватает, они дают о себе знать. Вот, поэтому немного сложновато добивать. Но сложно, но можно, как говорится. То есть вот, все это наверстывается просто на утрахе так. Анимация атаки, я привык ближними, это у меня что-то как-то на рандоме выпадает обычно ближнего боя, эти самые герои. Вот у них как бы замах немного такой, вот там представляешь, да, а тут вот как стрела долетит, от расстояния еще зависит. То есть, вот тут как бы нужно еще продумать, просчитать, как бы. Ну, атак спид, естественно, маленький в начале, и поэтому добивать немного трудновато, но с этим можно справиться. Вот, так, что мы покупаем? Так, мы предпочитаем на ловкость брать, нежели на... Хотя не, на силу, потому что у нас хп-то мало сейчас, вот, а сейчас 739, собственно. Вот. Поэтому это нам, ну, как бы на руку сыграет, тут, вот, может, там нас будут коцать, и, вот, может, вот эти хп, они спасут нас. Ну, по-разному бывают, собственно, разные случаи. Самому, конечно, тут опасно находиться и фармить, потому что тут и стрела может прилететь, и могут взять в лассо. То есть, ну, собственно, вот, все, Сларку хана или нет? Или нет? Сларк выжил, Сларк чудом выжил, чудом. Чудом выжил Сларк. А, не, все-таки фура прилетел. Плохо. Идти туда и ему помогать, но он сам уже пошел на руну. Вот поэтому, как бы. Я же говорю, что за Сларка я не вручался. Как бы отговориться, да? Ага, ну вот, все время нужно передвигаться. Вот так. Так. Ну, давай. Пуч, блин, твою мать. Фак, мы ее упустили. Ну, что такое? Блин, там одна тычка оставалась, и этот жирный мудак своей задницей перекрыл мне дорогу. Так, обходим, потому что может все что-то быть гидно. Так, стоп, Мирана где-то здесь. Я чувствую это. Или нет, или да. Она пересекала нашу границу или нет? И она... Блин, нет, снимаю ее здесь. Как бы нам хотелось или не хотелось. Ее здесь нету. Вот, собственно, то, что у них могут быть варды, это вот вполне возможно. Не исключено. Сларк палит варды, но он палит после 6 уровня. И если это, ну, нормальный Сларк, если он знает об этом. Если это какой-то нантак, то навряд ли. Unname.
Так, идем. Но тут стрела может прилететь, может. Так, ПТ переключаем пока что. Пока что мы бы фармим. Плохо фармим. Плохо. Добиваем очень плохо. Блин, вообще, жесть. Слушай, я такой косой вообще. Да твою их ты. Знаем, действительно, все плохо у меня сейчас. Дай бог, чтоб не вообще. Ну давай, иди сюда. Ай, все-таки была мана у тебя, была мана. Все-таки убежала. Так, вот тут как бы не нарваться мне. Ух ты, шо я сделал? Ай, да фура, да шо ж такое? А, да, он вовремя, красавчик, вовремя дал. Ну, я тут изначально как бы не получилось, потому что дал сало не вовремя. Пуч хуканул, вот я как бы по интуиции знал, что он хукает. Но я вот сделал как будто назло, да? Как будто назло, вообще жесть. Вот как мне вообще стыдно. Так что у них там баунти хантера нема, селедки нема, поэтому можно лотер покупать. Вот, саппорт, кто у них? Венга. Ну, скажем так, что... Не, ВР-ка тоже может, но ВР-ка навряд ли. Надо посмотреть, что там за закуп. Вот, ну то есть, можно лотер покупать смело. Вот, а что по поводу, что собирать? Имом я буду, наверное, скорее всего, собирать. Хотя это плохо. Это грешно, мом собирать трахи. Ну ничего, ладно, посмотрим. Тут же я хочу тащить. Потому что мом, ну, для средней игры это нормально. Я ж не буду с ним всю игру ходить. Хотя, кто знает. Может, захочу и всю игру ходить. Поэтому. По-разному. Разные настроения могут быть. Что ж такое у меня? Что-то не везет с этим Денаем. Не везет Денаем, повезет любви. Так, отходим. Тут может все что угодно быть. Покоцали вышку неплохо. Пропушим, будет вообще замечательно. Пойдем потом дальше по программе гангать. Делать нежданчики и тому подобное. ВР-ка просто... Эскейп у нее нехорош. Ой, нехороший для нас. Хороший для нее, то есть... Бежать вполне может. Сало дадим, оно быстро исчезнет, она в итоге убежит, поэтому торопиться, думаю, не стоит. Что ж такое? Так, за мной не прилетят, я думаю. Блин, ВР-ку убил аппарат. Я в шоке с себя. ВР-ку убивает аппарат. А, Венга там стан, и все, и я пропал. Что-то я на трахе вообще не очень. Хотя это вообще легкий герой. Да ты шо? Да вы правда, да. Правда, ты шо? Зачастую я заметил за собой, зачастую либо в начале игры мне не везет, либо в конце. Но в конце, я не знаю, то ли у меня от эйфории прет то, что я действительно тащу. И таким образом получается небольшой фит, и даже там, ну не фит, а бывает сливаюсь как-то. Вот не хочу, а все равно сливаюсь. Вот. И знаю, что сольюсь. Либо в начале, когда вообще ни о чем. Он просто надоедает такие расклады.
У них вполне неплохой пик и смертельный для нас, потому что там стан, и стан у Венги есть, и есть свап. Ну, то есть там достаточно свапнуть, нас застанить, там еще стрелу кинуть на нас, и все, и нам хана. Ну, то есть, изи могут нас забирать. Но Траха этого не простит. Еще нафармлю лотер и вообще покажу всем, кто я на самом деле. Ха. И будут они визжать и умолять о пощаде. Катапульту не забрал, да что ж такое. Ну, бывает. Так, ну что. О, ну, прилетел сюда. Отстань от меня. Лезешь целоваться. Я даже уже не могу фуру добить. Хотя я мог с помощью автоатаки его забрать. Один, два. Может, еще не все так печально. Да ну шо ж... Да... Теперь атака настолько сильна, что вот хватает две тычки на крипа и, соответственно, уже отвык от того, чтобы как забирать крипов. И так не так, и так не так. Не получается мне забирать крипов вот по-нормальному. Так, 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 так. Единственное, кого я могу забирать, это нейтралов. И по-нормальному. Ну и своих мобов иногда. О, и вышку все-таки забрал. Ха-ха-ха. Нет, для меня это действительно катастрофически, и я вот сам... Делаю работу над ошибками в плане того, что ну, не добиваю крипов должным образом и не денаю своих. То есть, ну для меня это тоже катастрофа. Вот. Потому что, ну, приручиться к анимации атаки героев. Естественно, это искусство, это нужно уметь. Потому что каждый герой, он по-особенному там бьет, кто-то быстрее, кто-то там сильнее и так далее. Дерево, например, бьет сильнее, но медленно. Вот, ну и замах, естественно, большой. Ну, вот это все как бы нужно учитывать. Вот, особенно вот эта дальняя атака, и как она меня бесит. Кто-то выфармил жирного древнего нейтрала. Мне не оставил. Все-таки я думаю, что я нафармлю на лотер, и вот как бы будет уже легче как-то, я не знаю. Это шо, блин, прям навалились на одного, ужас. Прям вообще, ну, прям вообще, да, действительно вообще. Ну что там будет сегодня что-то? Кто нам скажет? Скажет только Пудж сможет сказать, будет тут что-то или нет. Будет. Да ты что? Да вы правду говорите, да? Так, отвалите от Пуджа. Ну давай, ну хоть убей кого-то, ну хоть, блин. Да, убил, только не я. Фу, да ты что меня кумарит, как это, блин. Я тут и второстепенный персонаж вообще на фоне этого Сларка. Сларк тащит, а Траха нет. Сларк забирает, а Траха нет. Как так возможно? Как это возможно? Ничего, 18-я минута, еще можно собрать Кристаллис. Да, Кристаллис можно собрать. Не, рапиру не будем, потому что потеряем. Кристаллис, да.
Кристаллисы там уже 100% буду забирать. А еще, если Манту Стайл соберу, то это вообще, я буду вообще каждый бой забирать. Каждый бой вообще буду забирать. Так, на опережение идем. Что там, у него ульта хоть есть? Блин, все-таки его забирают. Жесть. Что есть? О! Lucky boy. Ого, блин, Купуджа, это что? Ой, это что? Смерть перед глазами проскочила. Нет, она все-таки не проскочила, она пришла, потому что мы думали, что тут один, а тут целых трое. И посмотрел на вот эту штуковину. Ну, нормально. Не, ну если так-то равные силы в бою, то еще не все потеряно, и не еще не вечер, и может быть я еще себя покажу в плане плохого парня, который будет забирать всех по КД. Ну это возможно, кстати, так. Маска моя. Шо, и у этого блинк вообще, блинк, одни блинк-даггеры в доте, в игре. Блинк-даггеристы. Может мне еще блинк-даггер собрать, и тогда бы я... Ну, Это бы ничего не усложнило. Ай, ладно. Shadow Blade есть и нормально. Так, значит, надо на ловкость. ПТ и Сларку хана, не хана, то не знаю, хана, да, скорее всего, потому что вот такие дела, вот такие пироги. Вот что, уже пошли на замес, тогда и я с вами. Нет, тут явно преимущество не у нас. Ну что ж такое? Давайте, пацаны, я в инвиз. И надо ульту вхерячить на того, у кого 5 хп остается. Обязательно, непременно, непрерывно. Я понимаю, что мне тоже хочется и кому-то еще забрать там парочку, троечку. Игроков. Но надо иметь совесть. Ай. Так, мом уже есть? Есть. Нужно покупать. Да, я думаю, неплохо было бы. Так, мы ж пушим. Надо аквалию включить, а то мы до сих пор бегаем. Так, как тунеядцы. Так, тут кто-то фармится. Ай-яй-яй-яй-яй. Как так прыжок? Ай. Мимо, все мимо. Так, ну что? Заберем мы вышку? Да не, одним разом мы не заберем. О, вот это хорошо было. Ай, ну все, инвизу не бывать. Да, инвизу уже не бывать. Одна стрела и нема. Нема трахи. Это bad game с моей стороны. Очень bad game. Если вот так вот расслабленно играть, хотя я вроде как и не расслабленно играю, хотя кто его знает, то можно дать им прирост, превосходство в плане того, что фура соберет дизоль, Riot King немного прокачается в лесу, тоже там купит себе игрушки, и кто-то будет пушить, а кто-то выигрывает замесы. Ну, то есть вполне реально, реальность становится, то есть это ж вполне вероятно. Так, ладно.
Доедалось или не доедалось? Не, ну с другой стороны, скорость атаки мне надо. И вот как бы Саша, Яша, Манта Стайл, вот можно будет пропушивать. Поэтому Манта Стайл. Манта Стайл, да. Вот так вот с мамой пришел, забрал и победил. Что там? Никого нема. Я думал, хоть фура, вот фура как бы фармится, да, и вот траха отталкивает его, и в итоге получается, что фура это уже не фармится. Ой-ой-ой-ой-ой, а тут я завтыкал. А тут я завтыкал, вообще жесть. Что это вот за фак было? Блин, ну, все зависит сейчас от фуры, моя судьба зависит. Если он сейчас применит ту самую, то мне, ну, как бы не поздоровится. Жесть. Жесть. Я не знаю, что это со мной сегодня творится. Ой, бляха, муха, я еще купил ТП, не то вообще. Вообще все. Все, 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 мы идем. Ой, жесть, шу. Не, сегодня, вот, наверное, все-таки не мой день игры, потому что и под стрелы попадаю, и умираю как-то, и вообще не могу убить никого. Что-то сегодня... Муза нема, муза нема. Ого, сколько крипов, что их родила, что ли? О, тут что-то уже намечается. Ну, тут уже Пуджу никуда не деться. Только спасай. Спасай Пуджа. Блин, да что-то ты даже не заденаил вообще. Даже ничего не получилось. Просто я не знаю, что тут Сларк, он как бы бегает, и у него вардов этих палить нема, и, видимо, он с помощью ульты не палит варды. Ну, потому что не знает. Спасибо. Мирана назад. Ладно, будем биться. Счет счетом, но надо выиграть катку. Потому что я думал, что мы выиграем, а теперь вот как бы посад под сомнением. Потому что счет может быть супер крутой, а проигрыш налицо. То есть, де-факт. Фух, ну хоть в середине игры мне фартит на то, что я уже добиваю. А так спит, естественно, больше, вот и добиваю уже. Сларку блинк, я не знаю, я не лично не собирал, я сторонник того, чтобы не собирать блинк, но тут собирает Сларку блинк, что-то новенькое, честно говоря, для меня. Лучше уже дэмэдж или защита, но никак не блинк. Сларк и так из кипера, ему еще и блинк покупают, ну вообще классно. Ладно. Каждый... Видит героя по-своему. Угу. Идут. Идут, идут, идут. Тут фуру бы как бы врасплох застать и... отвесить ему. Ну, очень хочется. Что он за дерево шел или чё? Или блин... Блин, какой блин глота, по-моему, у него есть. Поэтому не тут-то было. Так, надо, короче, бежать сюда. Отдефить. Собрать уже какой-нибудь, никакой лот. Тут, что у меня ничего
фактически нет. Тут это, блин, лота. Димон. И идти давать люлей. Блин, всю игру делаем. То и делаем, что фармимся. Так, Мирана тут еще сейчас как прыгнет. Блин, ну конечно, конечно, конечно. Ассасин. Так, ничего, уже манта стайл уже на подходе. Уже все. Траха, крепись. Крепитесь, мои противники тоже. Подпушить им, давайте подпушим. Там, я думаю, замес они сами выстебут. А, что, сзади стрела? Как ты могла? А, что, сзади стрела? Как ты могла? Я так и знал, что стрела прилетит, потому что у меня уже рефлекс выработался. У меня же, я правда, я уже буду ночью, блин, снится мне эта стрела, и я ночью буду с кровати лететь, чтобы она в меня не попала. Ой, жесть. Все, пропушиваем. Мом я не зря купил. Пропушивать, 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 пропушивать. Еще раз пропушивать. Все, фура сам тпшнулся. Он понял, что тут ловить нечего. Траха все равно возьмет свое. Так, ну что, манта стайл уже сейчас идет. Там дальше замесики. Хотя тут в замесах все равно они сами выиграют. Тимфайт это. Все, отлично. Так, Райт Кинг. Что-то мне кажется, что что-то неладное здесь происходит. Или нет? Нет, тут все нормально. Я иду. Гляньте. А, я думал, пуч промазал. Нифига не промазал. Это все так задумано. Это что, там уже... Там уже, короче, там все. Там уже без нас справляется. Что у меня в игре этой получалось, так это забирать башню. Но сейчас я не забрал, конечно. Муза, видимо, ушла, а пришла муза убийств, может быть. Не, слапать вы меня не будете, мадемуазель. Так. Криты почти есть. Думаю, от экспит больше, чем у Сларка. Потому что у него нету Саши и Яш. Если бы собрала Сашу и Яшу вместо блинка, то был бы он более эффективен. Ну, хотя я не знаю. С блинком он и так тащил. Ой, я не буду проверять счет. Просто. Он просто. Он плохой просто. Я не хочу на него смотреть. Так, ну что, стрела летит? Не, не летит. Летит, летит, летит. Вот она прилетела.
Да, откат у меня. Откат. Поэтому навряд ли мы выживем. У меня просто откатище. Хотя выжили. Да, все-таки на трахе надо практиковаться. Да нет, все нормально, просто сегодня мне не повезло немного. То ли не с той ноги встал, то ли не с той ноги лег. И поэтому что-то... Совсем что-то совсем вообще. Вообще что-то ничего. Так, надо поагрить немного их. Блин, да что ж такое, даже огонь, который наносит 5 единиц урона в секунду, мать твою, все равно забирает их. Сколько он наносит? Передвижение, длительность. Короче, урон там 35. Да вообще жесть. Я же говорю, мне сегодня не везет. Это огонь, который наносит вообще мизерное хп, он способен убивать вообще просто Мирану, которая вот-вот спрячется в инвиз. Вообще, где справедливость? Что за... вот за парк? Все, да я далась, что наверняка забирать. Что железно вообще, стопроцентно. Потому что мне это не устраивает. Так, не, я пойду в бой. Че я должен дефить? Я всю игру делаю, то что дефит, да и... Ой, классно. Вытащил. Деф, и мне так не устраивает, пацаны. Опять у меня, да что ж такое? Это я уже подлез, я видел стрелу, да и... Ну что ж такое? Не, у меня уже паника, честно. Стрелы сами попадают в меня, блин. Мирана может запустить просто так стрелу, и она попадет в меня. Вообще. С фонтана сейчас запустит стрелу. Ну, она не долетит сюда, но, блин, она как-то мне попадет вообще. Забиратель выше к 2000 вообще, 2014. Да. У меня паника вообще в этой катке. Я не знаю, это может... Сегодня вроде и не пятница 13, но все равно, что у меня сегодня вообще... Там... Это вообще... Я даже не успел. Так, надо пойти забрать, а то уничтожат кур. Все, да, дал, слава богу. Теперь я могу спать спокойно, у меня вроде и доминация. Ну, доминирование, вроде как. Вот МП немало. Да фура, ну если появился, давай уже драться-то, что ж такое. Так, не, еще хочу с вами поиграть, это вообще, меня это не, я должен отыгрываться, я не буду пушить, мне должен отыграться. На вас мне нужно отыгрываться, потому что он вообще так не идет. Так, что собрать? Вот это.
Блин, меня не хватает. А, не хватит, сейчас все хватит, все хватит, все будет. Хотя можно пойти Шорошу забрать. И вообще стать тру пацаном. Я так и сделаю. О, какой дэмэдж проходит. Утрахули-то наши. Отлично. Вот. Я же говорю, что мне либо в начале, либо в конце фартит. Вот. Так, как бы мне их забрать, а? Прикинуться ихним другом или бессильным. Не, ну Райт Кинга-то нет. У него встроенная Аега. Так. Плохи дела. Ого. Ого. Ого-го. Блин, ни одного не убил. What the fuck? Ни одного не убил вообще. Что это такое? Что это вообще? Это меня вообще не устраивает. Вообще. Неугомонная траха. Давайте хоть Мирану сюда. А Мирана вообще там забилась в угол, короче. Шо ж, смогу сегодня собрать рапиру? Нет, наверное, не успею, скорее всего. Хотя смогу. Смогу, но не успею. Сейчас для прикола. Потому что они заберут рапиру, и катка еще продлится на 40 минут. Фу, хоть что-то мне повезло с рапирой сегодня. Я успел ее взять. Они уже стоят, они не хотят драться. Эй, чуваки, вы чё? Я к вам рапиру несу, а вы не хотите драться, а? Он свапнуть может Венга. Блин, даже Айс богоподобен в этой карте, а я-то траха нет. Ладно, короче, спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ну, вообще, катка, вообще, сегодня не мой день, явно не мой. Может, у меня же жирная губа, и поэтому... Ну, вначале просто я налажал. В общем, ладно, всем удачного дня, пока-пока.